Благодаря территориальным общественным самоуправлениям, ТОСам, во многих населенных пунктах области обустроены дороги, детские площадки, на улицах проведено освещение. Все благодаря активным жителям. Поселок Малое Кузьмино – один из таких примеров. Основной двигатель – то, что хочется жить хорошо, хочется жить дружно и хочется делать какие-то вещи, которые для жизни себя, для жизни своих близких, для жизни своих детей были бы каким-то, наверное, примером. Работа у нас проводится и в плане благоустройства микрорайона, работа проводится и в плане воспитания подрастающего нашего поколения. Проведено освещение, сделаны дороги, детская площадка и даже храм. Первая литургия в нем проведена в 2013 году. Большую помощь при его строительстве оказали жители. Вся эта общественная работа требовала много сил и знаний. У нас как бы есть две темы. Одна тема – это повышение квалификации активных жителей, чтобы то, что они делают, было бы более эффективно и результативно. А второе – мы когда-то привезли в Россию День соседей. День соседей – как большой добрый соседский праздник. Гости из столицы высоко оценили работу общественного самоуправления поселка Малое Кузьмино. В итоге встречи возникли идеи сделать вебинар, как в разных ТОСах России работают с детьми. Один из примеров – город Брянск. Мы работаем с разными регионами, наша задача – обменяться опытом. И для нас очень важно показать, какие бывают возможности, что можно сделать на территории. То, что мы увидели здесь, вот эту команду, вот это единение – это отличная иллюстрация того, что есть вообще в России. Люди, работающие на территории, должны очень хорошо представлять себе, а как оно устроено, это местное самоуправление, кто здесь наши партнеры и как оно выстроено. Это блоки нашего курса. У нас есть курс, он называется «Менеджер местного сообщества». Это тот случай, когда соседи не пытаются спорить, а делают общее дело. Результат – благоустроенная территория поселка, комфортная игровая площадка для детей. Задумок у жителей Малое Кузьмино еще много, и они уверены, что с поддержкой Общероссийской ассоциации у них все получится. Екатерина Зойдина, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.